Митчелл, время осмотреться. Да, на этой территории полно укрытий. Стрелки могли бы неплохо здесь порезвиться. Митчелл, приближаются террористы. Не высовывайся и постарайся вернуться назад целым и невредимым. Не беспокойся, если тебе придется залечь. Система была протестирована на соответствие стандарту Tempest. Можешь проверить. Да, ребята, вам, наверное, на пути попался смерч, если вас так разбросало. Хорошо еще, что никто не поджарился. Митчелл, теперь ты должен видеть на коммуникаторе других членов группы. Пока вы будете перегруппировываться, я тут кое-что проверю.
Я готов. На месте, готов действовать. Отлично, теперь вас двое. Митчелл, идите дальше и проверьте связь с остальными. Отлично. Митчелл, попытайся вывести его отсюда. Он должен получить команду по коммуникатору и тут же ее выполнить. Направляюсь к позиции. Рамирес на связи. Вижу цели. Повторяю, вижу колумбийцев. Груз тоже здесь. Похоже, они готовы к сделке. Понял, Джо. Направляюсь к твоей позиции. Мне нужно взглянуть на этих мексиканцев. Возможно, мне удастся опознать кое-кого из них. Передаю видеосигнал. Похоже, парень с телефоном это Карлос Антиверас. Он учился у меня в академии. Не нравится мне это. Стреляю в укрытие. Открывать огнем, вас понял. Прикрываю. Иду. Чем дальше, тем веселее, Митчелл. Ты можешь проверить функцию выбора для каждого бойца из группы? На месте, готов действовать. Пока все хорошо. Посмотрим, сможешь ли ты их вынести по одному. Цель уничтожена. Внимание, вас снимает скрытая камера. Митчелл, проверь источник видеосигнала других бойцов. Отступайте.